В Томилинском центре культуры и отдыха отметили День военно-морского флота. Участники торжества исполнили тематические песни, посвященные морским защитникам Родины. На концерте побывала и наша съемочная группа. День военно-морского флота России – памятный праздник, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Вот и в Томилине впервые торжество отметили участники Центра культуры и отдыха. Вы знаете, что у нас было мероприятие, посвященное присоединению Крыма. Это было 3 года присоединения Крыма. А вот этот праздник мы первый раз решили сделать, так сказать, это у нас дебют. На концерте выступили солисты Томилинского центра культуры. Это люди разных возрастов и профессий. Всех их объединяет одно – любовь к своему отечеству и музыке. Нам люди приезжают из Томилина, эти пешком приходят. Из Люберец приезжают, из Москвы приезжают. Ну и даже из другого района, из Равенского района приезжают к нам петь. Ну, участникам я пожелаю выступить, так сказать, с удовольствием, с настроением. Ну и чтобы это приятно было для томилинцев и для зрителей, которые нас буду смотреть. Участники праздника надеются, что в следующем году День военно-морского флота отметят с большим размахом. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.